меня как командир взвода разведки, то туда, то сюда, то на этот участок уточнить надо, там-то другой. Вызывает майор, прерывная связь, узнай, в чем дело, почему эта батарея молчит. Я с адъютантом туда направляюсь, смотрю, пушка одна стоит на нашем переднем крае, весь расчет погиб, один правильный, а немцы наступают. И я начинаю, как учили, туда, один снаряд, все, сам дергаю, все снаряды я перебил, но остановил наступление немцев. И за это меня представили Красной звезде тогда.